Предлагаю разместить вашу рекламу в рассылках на тысячи подписчиков легальных сервисов e-mail рассылок, Smart Responder и JustClick, а также разместить ваш рекламный видеоролик в наших видео на YouTube. Подробнее по ссылке ниже этого видео. Приветствую вас, дамы и господа. С вами Михаил Яковлев и канал «Народный бизнес». Я уже несколько видео разместил по теме заработка на YouTube, какую тематику выбрать, показывал примеры конкретных каналов, которые хорошо зарабатывают и которые, по моему мнению, по данной тематике вы бы, любой бы практически из вас, смог бы открыть свой канал и также хорошо зарабатывать. Такие видео всегда бурный интерес вызывали, там в комментариях обсуждают, люди действительно видят, что я прав, и что реально таким способом можно заработать. Ну, конечно, находятся те, кто говорят, что ничего не получится, но я к таким очень спокойно отношусь, потому что причину можно найти любую, лишь бы ничего не делать. Но также очень много пишут и радуются, благодарят, что я подсказал хорошую идею, и многие, я знаю, открыли свои каналы и стали действовать. И сейчас я хочу еще один способ заработка на YouTube показать, точнее не способ, а идею для вашего канала, очень простую идею, но где вы сможете офигенно заработать. У меня уже было видео, как быстро заработать на YouTube с нуля, как выбрать денежную тематику. Я уже показывал видео, раскрывал секреты заработков распаковщиков товара из Китая. И чтобы не говорили мне, вот ты рассказываешь, а у самого каналов нету, ты так не зарабатываешь. Я скажу, нет, ребята, вот я вам сейчас покажу свои каналы, где я зарабатываю таким способом, о котором рассказываю в своих видео. Вот, например, было видео «Раскрывая секреты заработков распаковщиков товаров из Китая». И вот мой канал «Прибамбас», совсем молодой канал, но уже достаточно видео. Все то, о чем я рассказывал в своем видео, все я воплотил реально в жизнь на этом канале. Канал еще не раскручивал, но скоро пойдет реклама, скоро будет раскрутка. Также у меня было видео по раскрытию секретов заработком на мультфильмах. Очень хорошо видео набирает обороты, много комментариев, большой интерес. И я тоже сделал канал с мультиками. Называется «Любимые игрушки». Как канал с мультиками раскручивать, я без понятия. Тут уже все на произвол судьбы. Делаю мультики, все так же делаю, как и рассказывал в своем видео. И некоторые неплохо выстреливают. Например, мультфильм третий по счету, вот уже за 4 месяца набрал 121 тысячу просмотров. Я думаю, для мультфильма, для молодого канала, мультика там 4 минуты. Это офигенный результат, кто бы что ни говорил, но я думаю, вы со мной согласитесь. Тут этот канал я не раскручиваю, но как видно, тут вот 39 тысяч просмотров, 4, 7, тут как бы видите 22 тысячи, 20, которые более молодые мультфильмы, они конечно меньше просмотров, но постепенно набирают. Поэтому тут тоже как бы таким способом я зарабатываю и один канал, и второй подключен к монетизации. Ну, способов очень много заработать, не только на монетизации, об этом вы можете посмотреть в моих видео, но этим я хочу сказать, что я делаю каналы, не просто занимаюсь болтовней и показываю идеи, а также осуществляю эти идеи на практике. Поэтому, кому интересно, могут в описании к этому видео найти ссылки на мои каналы Прибамбас, любимые игрушки, зайти, посмотреть, что я делаю, и, конечно, подписаться на эти каналы, рекомендовать друзьям. Но сейчас видео не об этом. Сейчас я хочу вам рассказать и показать конкретные каналы. Вот, например, с первого начнем. Как просто и легко можно хорошо и очень хорошо заработать. Вот, например, канал Пом-Пом. Тут уже 919 тысяч подписчиков. И мы посмотрим, что канал создан 10 июня 2014 года, но уже почти миллион подписчиков и 546 миллионов просмотров. Давайте посмотрим, как набирают видео. Видите, последнее видео 6 часов, и то 5000 просмотров. Но как видно, по 2 видео примерно в сутки автор канала размещает. И неплохо, неплохо, уже десятки, сотни тысяч просмотров даже на свежих видео. А если мы посмотрим самые популярные, то мы увидим 29 миллионов просмотров, 22, 20 и так далее. Даже ниже опустить,
то и тут тоже по 3 с лишним миллиона просмотров. Но нормально получается, что сказать. Итак, а что это за канал? А это канал на китайском и на английском языках. Вы скажете, вы не знаете китайский и английский язык, но я скажу вам, если вы зайдете на этот канал, посмотрите видео, которые размещены на этом канале, вы увидите, что никакой озвучки нету, только наложена мелодия из бесплатной библиотеки YouTube и никакой голосовой озвучки нету. Поэтому в данном случае любой из вас, неважно где он проживает, в какой стране, может создать такой канал на 2 языка. В названиях, в описаниях, через Google переводчик, через любой переводчик можно перевести название на английский, там на китайский язык. А я тут видел названия даже, по-моему, и других языков, и в том числе даже и по-русски. И можно делать такие видео. Идеи для видео можно также брать на таких каналах. Тут вообще ничего сложного нету. Вот бутылки с колой залить желатина, кола замерзла, разрезали бутылку, получили такую желатиновую колу, разрезаем, все как бы прикольно смотрится. И таких видео, таких простых видео достаточно немалое количество. Здесь типа какого-то апельсина сделали, залили тоже желатина туда. Ну, короче говоря, всякая ерунда, ничего сложного нету, все доступно, все идеи также можно брать с подобных каналов, а многие, даже российские блогеры, сами не скрывают, что с англоязычных каналов берут идеи. И, короче говоря, можно подобные каналы открыть, китайский, английский язык, потому что на китайском говорят 5-я часть населения нашей планеты, а на английском языке, я думаю, не меньше. Делайте такие видео, чтобы без голосовой озвучки было все понятно, детская аудитория большая, они смотрят, наложили мелодию, и хорошо зарабатываете. А сколько можно заработать, сейчас я вам покажу. Копируем ссылочку, заходим на проект, который я уже в своих предыдущих видео рассказывал, вводим сюда ссылочку на этот канал, нажимаем найти, и сейчас мы посмотрим, сколько автор этого канала зарабатывает. Видно количество видео, сколько подписчиков, сколько просмотров, как вы видели, наверное, уже совпадает с небольшой задержкой. И смотрим вниз. Смотрите, за 30 дней, за месяц новых 144 тысячи подписчиков и 87 миллионов просмотров. Если подобный канал был бы русскоязычный, допустим, 10 тысяч рублей с миллиона просмотров автор зарабатывает. Но англоязычный канал, там уже рекламодатели англоязычные, европейцы, американцы и так далее, китайцы, там платят намного-намного больше. Может быть, и даже в 5, даже в 10 раз, в 5 раз, это даже не может быть, это точно. Поэтому за каждый миллион просмотров, как минимум, я считаю, как минимум, зарабатывают, ну, на российские рубли, ну, 1050, как минимум 1050. Вот смотрите, с миллиона просмотров 50 тысяч рублей, а за месяц 87 миллионов просмотров. Сколько с 87 миллионов просмотров можно заработать в месяц при условии, что за каждый миллион просмотров 50 тысяч рублей? Подсчитайте сами. Калькулятора я хотел почитать, но там такой столько цифр нету, поэтому, ребятки, подсчитайте сами. Итак, запомнили, 87 миллионов просмотров. Вот также есть еще другой канал, вот еще похожий канал, но он более свежий. Смотрите, канал 10 марта 2015 года, тому где-то 2 года, этому где-то год, поэтому здесь подписчиков чуть поменьше, 388 тысяч, ну, на треть поменьше, но за год достаточно неплохо набирает обороты. То же самое, я не удивлюсь, если автор канала этого и предыдущего один и тот же. Также свежие видео достаточно неплохо набирают обороты, видно количество тут десятки тысяч просмотров, берем самые популярные, и мы видим, что самые популярные 22 миллиона, 10 миллионов, 9 и так далее, и даже пониже опустим, и то более миллиона просмотров. Ну, все здорово. Теперь что мы сделаем? А мы сделаем то же самое, скопируем ссылочку на этот канал, ставим сюда, оп, найти, и мы видим то же самое, мы видим статистику этого канала. Если там было 80 с лишним миллионов просмотров, то здесь 78. Смотрите, тому каналу 2 года, этому год, но по количеству просмотров ежемесячных этот канал не сильно уступает. И если там было подписчиков за месяц 144 100, тут 151 тысяча свежих подписчиков, даже больше получается. Ну, понятно, канал набирает обороты, даже подписчиков больше. С этого канала то же самое, как минимум 50 тысяч рублей за миллион просмотров, а может быть даже и намного больше. Вот такая, ребята, интересная идея. Можете зайти на этот или на этот канал, вот название их, можете посмотреть, в YouTube вбить,
поисковике посмотреть любые видео, вы увидите, что голосовой озвучки на обоих каналах ни в каких видео совершенно нету, только наложена какая-то простенькая мелодия из библиотеки YouTube и переведены надписи на китайский и английский язык. Но я подразумеваю, что автор канала китаец, потому что там с иероглифами какими-то, ну там баночки, какие-то порошки, которые он делает. Поэтому, скорее всего, это автор канала китаец, может японец или еще, ну что-то в этом роде, поэтому он еще решил и на английскую аудиторию одновременно работать. Но что еще самое интересное я предложу вам посмотреть, а предложу посмотреть подобный канал, но русскоязычный. И более того, этот канал берет видео, тупо копирует видео с этого или с этого канала или с подобных. Вот есть канал русскоязычный Тес Шоу, автор канала. Тут немного видео, но они уже набирают просмотры. Подписчиков и так и много, 781 на данный момент. Но канал очень молодой, вообще практически недавно был открыт. Я заметил, что автор этого канала просто скопировал из одного из этих каналов, практически уверен, что из одного из этих или с подобного видео, и наложил русскую озвучку. Просто наложил звук, смотрит видео, комментирует, а потом накладывает свою озвучку и выдает за свое видео. Он даже не стал париться, снимать свои видео, взял бы идею с этого или с этого канала. Сам бы снял такие видео, но зачем? Проще скачать видео, озвучить, наложить свою озвучку и выдать это видео за свое. И когда в комментариях как к одному из этого видео было написано, а почему у тебя там молоко и желатин на китайском языке? Почему так? Он сказал, ребята, я там живу. Офигенно, он офигенно придумал, типа он там живет. И поэтому, если там попадаются на видео китайские иероглифы, вот такая отмазка, ребята, я там живу. Но я могу сказать, что видео просто скачаны с таких каналов, которые я вам показал. И посмотрите, тут похожих каналов, таких каналов немало. Можете посмотреть, каких каналов немало, возможно, это вообще один автор, у него достаточно много каналов, я не знаю, может быть, их несколько человек, но, конечно, по два видео на каждый канал ежесуточно заливать, тут работы достаточно много, хотя очень многие видео похожи. Вот, например, вот это видео, вот эти с какими-то фужерами, таких видео очень дофига, и даже где вот он колу, где он в колу желатин также добавляет, вот какой-то напиток он добавлял в этот напиток желатин. И тут еще очень-очень много, видите, все одинаковые другие напитки. Вот фант он добавлял, что-то там смешивал, чтобы разным цветом было. Вот еще кола такая-такая, вот еще такая кола, разные. То бишь однообразные даже видео, разные напитки. И совершенно похожие видео делает просто практически одинаковые. И не только с напитками, но и с другими какими-то бомбасами своими. Ну что, ребята, вот я вам показал оба канала, можете зайти на один канал, на второй канал, на русскоязычный, который накладывает звук, вы убедитесь, что я был прав по поводу русскоязычного канала, не знаю, насколько это все правильно сделано, будет он так зарабатывать или когда-нибудь канал заблокируют, но это дело автора, я бы лучше бы брал бы идею и сам бы полностью снимал видео, но видно, видео снимать лень. И также зайти вот на этот проект от VSP Group и посмотреть статистику любого канала и сколько он зарабатывает, при условии, что минимум 50 тысяч рублей за 1 миллион просмотров автор канала этого зарабатывает. Поэтому вот, ребята, смотрите все, берите на вооружение, и не надо жаловаться, что в YouTube нельзя заработать, или там это сложно, или это сложно, что-то не получается. Ребята, все получится, если вы захотите, если вы будете действовать, не будете находить для себя отговорки, не будете лениться, а просто начнете и прямо сейчас начнете действовать. Подглядеть идею вы всегда сможете зайти на эти каналы, подглядеть идею, как и что сделать, и сделать точно так же. На этом все, я с вами прощаюсь. Я надеюсь, очень сильно надеюсь, что видео было вам полезно, что вас видео могло заставить задуматься, что многие из вас начнут действовать, поднимут попу свою из дивана, стула, и вместо того, чтобы играть в какие-то игры, никому не нужные, вы начнете открывать свои каналы и зарабатывать на YouTube, и скажете, о, классно, я вот был подписан на канал «Народный бизнес», и Михаил подсказал такую идею, и я разбогател, теперь все мои мечты стали реальностью и воплотились в жизнь. И я буду только рад, если вы в комментариях вы меня поблагодарите за очередную идею для заработка в интернете. Все, ребятки.
Прошу обязательно ставить лайки к этому видео, прошу обязательно комментировать, рекомендовать видео друзьям и, конечно, подписываться на мой канал «Народный бизнес». Чтобы не пропустить новые видео по тематике бизнеса в реале, в офлайне и о способах заработка в интернете. Все, леди и джентльмены, пока-пока!